что вернулись с дачи. Это очень хорошо. Ой, наконец-то вернулись. Так устала, работала это. О да, Тамара Петровна, а что я просто устала, потому что каждый то на электричку, то на автобус, это вообще. Значит, кабаки под стол, под кровать и готовим. О, друзья, я хотела вам уже сказать. Кто там пришел? Это тетя Валя или Варя? Кто ты? Какие-то девушки стоят. Здравствуйте. А вы кто? Мы битва экстрасенсов. Самая модная, самая лучшая. Что? Вот это я вам и хотела сказать. Ты что, дурела? Так, значит, ничего не откладываем. Будем чистить, очищать все. Квартиру? А может как-то отменить? Чего? Отменить? Вы чё, дурели вообще? Дебилы что ли? Я ничего не понимаю. Мы живем далеко. Мы сюда пришли. Ни на чем не ездили. Автобус сломался. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы живем в битве экстрасенсов. Отдел кадров. Миллионер. Мы оттуда берем заказы. И чтобы мы услышали, что заказ отменяется, это вообще ужас. Так, Мария, пошли. Выключите свет. Окно закроем. О! Как раз. Так. Чувствую. Чувствую, что здесь что-то было. Какая-то кринжатина была. Да, вы правы. Здесь была Настя, которая хотела взять квартиру нашу, но сама ее поджигла. То есть, можно сказать, психанула. Так, вы не видите, что идет процедура? Заткните свой рот, не мешайте. Так, ее зовут Анастасия. Она сидит в тюрьме. Но чувствую, что не только эта Настя есть. Чувствую, что-то есть из волшебных вещей, которые были на Новый год. О, нашла. А мне чего это не напоминает? Чувствую, что это называется волшебный шарик. Значит, он волшебный, и на нем, получается, делали волшебные вещи. Так понимаю. Вот. Вижу, что здесь кто-то орёт. Чувствую, здесь повариха есть, которая песни поет на кухне. Делает она гадости иногда. И что еще? Скалкой иногда бьет, если кашу не съешь. Ну, иногда может пересолить. Я всегда не селитяйка. Чувствую, ее зовут Варя. Ага, все, а я не знаю. Которая делает свои фоточки на Мальдивах. Так, значит, тут соседи есть. Не подарок. Но мы разберемся. Мы позже придем. Мы будем исследовать. Скоро мы познакомимся. Только мы, я и вы. Все, я пошла. И, наконец, сделайте хотя бы что-нибудь тут. Ну, идите. А Зинка, пожалуйста, сюда. Лень, я хотела это вызвать, чтобы прочистили нашу квартиру. Пол и топы уже сделали, и наша квартира чистая. И врагов не будет, и этой Анастасии тоже. Угу.